Полиция Прикамья выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Чусовом. Серьезное ДТП произошло возле частного сектора на улице Кирова в половине 11 утра. По предварительной информации, в это время двое человек в спецовках вели здесь дорожные работы. Еще пара пешеходов находилась поблизости. В этот момент с придворовой территории вылетел автомобиль ВАЗ-21074, который буквально скосил людей. Четверо пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести в одну из местных больниц. Мы рассматриваем несколько версий, одна из которых – это то, что водитель почувствовал себя плохо и мог потерять контроль над управлением за транспортным средством. Также рассматриваются различные варианты, в том числе техническое состояние автомобиля. Более-менее понятные сведения будут известны только после проведения проверки.